Музей искусства Санкт-Петербурга представляет как никогда грандиозную экспозицию, посвященную столетию русской революции. Скоро-скоро будем праздновать. Правда, исходя из этой экспозиции, непонятно, похороны это самой идеи революции или светлая память, а может быть, надежда на грядущее, а может быть, вечно актуальное содержание этой революции приветствуют художники. Возможно, такой разнобой связан с тем, что очень много авторов из разных стран, и наши знакомые художники, такие как Рагимов, Козин, Камин, Кирдашевский и другие, итальянские, греческие художники, возможно, с дистанции, и с дистанции в 100 лет, и с дистанции географической, будет лучше видна сама идея революции. Разберемся в этом. Че Гевара сказал о революции, что она похожа на велосипед. Если не едет вперед, то падает. Наша революция действительно давно упала или откатилась назад, она перестала быть историческим событием, а скорее становится теперь экраном, на который мы проецируем наши страхи или надежды. На этой выставке за страхи отвечают наши художники, там все тот же кровавый отцвет ГУЛАГа, а вот надежды, горизонты, открытия, этим заняты скорее художники из Италии, Греции и Кипра. Поскольку революция сегодня вещь в себе, замысел которой нам непонятен, многие работы снабжены комментарием самих художников или критиков, поясняющих его видение революции. В ностальгическом проекте Данилы Ткаченко «Потерянный горизонт» речь идет, помимо прочего, о подлинном значении слова «утопия». Утопия – это не место, которого никогда не было и не будет. Это место, удаленное во времени или пространстве, как и остатки советской цивилизации. Римский художник Ренцо Галло, возвращающий истинное значение красного цвета, цвета надежды, сильного чувства, сильного поступка, говорит, что главная идея его работы – острая необходимость революции в мире, пришедшем в полный упадок, управляемом деньгами, равнодушной ко всякой гуманистической ценности. Греческий художник Манолис Бабусис запускает идею революции в далекий космос. Следы настоящей революции стерлись, воспоминания уничтожены, и поэтому только лишь последние энтузиасты выгравировали мысли Маркса, Энгельса, Троцкого на платиновом диске и запустили в космос. Каждый октябрь теперь мы отмечаем годовщину события, ну а революция летит. Большая, сложная выставка, но она функционирует как Gesamtkunstwerk, общее произведение искусства и имеющее идеальное ядро. Брехт сказал, что дело искусства – показать мир, как долженствующий измениться. В этом художник и революционер сходятся. Так что, твари ли мы дрожащие, или у нас есть право на грядущее? Пока мы делали репортаж, неожиданно в нашем благополучном будущем погасло электричество, в целом аж в районе. Как будто бы оттуда, из столетней давности, заглядывая сюда, вождь спрашивает, ну как там лампочки Ильича, как мои светлые идеи, право на грядущее или потерянные горизонты, как у Данилы Ткаченко называется его экспозиция. Наверное, на этой выставке мы видели остатки какой-то другой цивилизации, другой антропологической природы, людей другой воли, другой мысли. Это повод задуматься всем нам, что о нас думает революция, а не только мы о ней.